Руки действуют автоматически, и мозг выстраивает последовательность операции. В океане цифр и документов бухгалтеры чувствуют себя уверенно. В честь Дня бухгалтера познакомимся с представителями профессии из Верхней Салды и Березняков. Сведение отчетов, подведение баланса, оформление за смену нескольких десятков форм. Привычные рабочие будни двух Татьян – Брусницыной и Мавлетовой. Они отвечают за хозяйственную деятельность и бухгалтерский учет алюминиевого комплекса в СМПО. В бухгалтерский учет входят затраты, связанные с производством продукции, реализацией готовой продукции, оказание предоставления услуг, формирование общей себестоимости – по оказанию не только услуг, но и произведенной продукции. У каждой из Татьян своя зона ответственности. У Брусницыной – прессовая, у Мавлетовой – плавильное производство. И ни одна операция в цехе не проходит без одобрения бухгалтеров. У каждой на выбор профессии повлияли точные науки и любовь к цифрам. Они дотошные, въедливые, принципиальные, когда речь идет о работе. И главный секрет в том, что выбранное дело им по душе. Прежде всего, это любовь к своей работе, внимательность, точность. Если бухгалтер ошибется, то подведет и себя, как говорится, и других людей, что приведет к искажению финансовой отчетности. А это уже чревато для всех. Внимательность и точность – главные черты и Ольги Евдокимовой, бухгалтера бюро учета производства «Ависмы». Еще с детства ей нравились цифры и все, что связано со счетом. Покинув школьную парту, Ольга получила среднее, а затем и высшее образование по специальности «Экономика и бухгалтерский учет». Первую должность девушка получила в детском саду, однако спустя всего 3 месяца вела учет уже в бухгалтерии полиции. Все дороги ведут на «Ависму», как и нашу героиню. Титановый учет Ольга ведет уже больше 6 лет. Самое интересное – это, пожалуй, то, что ты постоянно развиваешься. Происходят изменения в законодательстве, поправки различные. И нужно соответствовать, нужно постоянно читать, повышать свою квалификацию. То есть это не то профессия, где ты отучился, и все, пошел работать, и это рутинная работа, в которой ты не развиваешься. Нет, здесь постоянно ты что-то изучаешь. Порядка 100 человек на ВСМПО и меньше 50 на АВИСМе носят гордое звание бухгалтер. Однако тех, кто занимается финансовой отчетностью, намного больше. И все они заслуживают теплых слов в свой профессиональный праздник. За то, что каждое производство, собственная операция подкреплена документами и позволяет титановому предприятию действовать как точные часы.